7 июля 2021 года, 15:00 часов, на канал 102, обратился заявитель о том, что по адресу улица Максима Горького, 61, здание АО «Тепловые сети», неизвестные лица разбили витражное стекло, после чего скрылись в неизвестном направлении. По данному факту, в ходе проведения разных мероприятий, был задержан 21-летний житель города Каменогорска, который дал признательные показания, после чего в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении. Приношу свои извинения у работников. Больше такое не повторится.